Всем привет! Вы на канале Hot Wheels Михаил Фадей. И у нас вот такой Defender. Крутой в 24 масштабе. Да. Этот Defender открывается капот. Двери. Вот такой салон у него. Все четыре двери без рамок. Ну, есть дверные карты. Багажник даже открывается. А еще самый прикол, что может тут делаться. Вот эта штука открывается. Ящик с инструментами должен открываться. О! Ну, видите, да? Клево. Всего лишь 800 рублей, ребята. Ну, а самое прикольное, что здесь есть. Самое главное, задние фары, ребята, горят. На моторчике. Range Rover Defender. Все блистеры, все надписи, все присутствуют. Стоил он 900 рублей практически, но мне вышел он ровно 870 рублей, скидка была. Ну, в общем, крутой аппарат за такие бабки. Салон круто проработан. Спецованные катки на резине. Металл-пластик. Фара отдельно пластиковая оптика, как задняя, так и передняя. Есть запаска на багажнике вверху. Люк прозрачный. Кстати, пластиковая крыша вверху, но вот здесь металл идет. Еще запаска вот здесь есть. Две, можно сказать, две запаски. Два выхлопа присутствуют. Все круто. Лайки, подписка, комменты. Комментарии, ребята, обязательно комментарии. Где у меня оно было-то? Уже что-то я не помню. Куда оно было-то засунуто? Ладно, потом разберусь. Итак, здесь есть лестница наверх, здесь есть сёферная доска. Здесь запасные канистры, когда ребята отдельные, видите, 4 штуки. Когда мы... Они не вытаскиваются, интересно. О, ха-ха, ребята. Смотрите, можно канистру снять, даже надписи есть. Прикольно, ребята, лайки, подписка, комментарии. Вот это я понимаю. 800 рублей, крутая моделька. Везде есть надписи. Range Rover, Defender. Все, круто, ребята. Канистры достаются. Ящики открываются. Это же круто. Что хотеть за 800 рублей такой вещи? Вот это китайцы запарились, блин, а? А мы все. Ой, наголимый Китай, ребята. Да нет, это моделька крутая. Да, и сёферную доску можете вот здесь отжать, отстегнуть и достать, ребята. Ну, как не продумано, а? Ну и колесо, наверное, также можно. Опа! А запасочка-то снялась. Вот, а ребята, как продумали китайцы все кругом. Оп, одел. Здесь у нас идет, он по воде может ездить. Вот здесь специально труба выхлопная идет, чтобы он не заглох. Небольшие реки он пройдет. На лобовом сделаны дворники, вылитые вместе с лобовым стеклом. Ну, ребята, ну, я не знаю, модель в коллекции крутая. Фадей очень нравится, так что охлаждение движка стоит сбоку. Здесь есть ноги поставки ставить, залезать. Все круто сделано. Оп. Видите как? Все продумано. Китайцы молодцы. Лайки, комменты, подписка. Подписывайтесь на канал.
Будьте с нами, как мы с вами. Всем крепкого здоровья. Да, только ручки дверные не прокрасили. Ну и зеркала хромом не сделали. А так все круто. Салон проработан нормально. Кожаные сиденья. Двери все открываются. В общем, всем крепкого здоровья. Не болейте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Комменты. Самое главное еще комменты, ребята. Даже сиденья подписаны внизу, чем-то там плохо видно, мелко. О чем я и сказал. Подписка. И всем пока-пока. Увидимся в следующем видео, ребята. Вы были на канале Hot Wheels. Михаил и Фадей. Фадей, всем пока-пока, скажи. Всем пока. Пока-пока. Бай-бай.